Добрый день, друзья. Город Воронеж, микрорайон Озерки. Это новый микрорайон. Познакомимся с ним поближе. Какое-то новое сооружение строится. Сейчас хоть под дворы стали оставлять побольше пространства, не то что раньше впритык строились. Микрорайон вырос в чистом поле. Зелени еще пока маловато. Деревья, кустики посажены. Будем надеяться, что вскоре вырастут. Дома довольно веселенькие. Огромная детская площадка. Спортивная площадка. Да, большой район. Еще домов добавилось. Переулок Калашникова. Это еще одна спортивная площадка. Детский садик. Много свободного пространства. Деревца вырастут больше. Очень даже приличный сквер получится. И теннисные столы, баскетбольное кольцо. И для самых маленьких. Я смотрю, не доделали или уже выломали по новой. Наверное, не доделали, вон еще плитка лежит. Какие громадины. Скамеек много.
скамейка радости. Улица Адмирала Чурсина. Вот еще один спортивный городок. И для автостоянки место выделено довольно большое. Вот как за газончиками ухаживают руками. Еще площадка огромная. Улица Шедловского. Ну вот и подошли мы к границе микрорайона. Вот строится еще один дом. Территорию потихоньку облагораживают, кустики высаживают, газончики разбивают. Большая школа. Так, ну посетили мы микрорайон Озерки, посмотрели на обстановку. Микрорайон мне лично понравился. Немножко маловато зелени, но это дело наживное. За районом присматривают, ухаживают. Так что деревья посажены, подрастут, будет очень даже неплохо. Много детских площадок, спортивные площадки.
на этом завершаю. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте оценки. До скорых встреч!